Я считаю, что нет никакого смысла создавать человечество, продавать его в рабство, затем выкупать, несказанно радоваться. Служите, поклоняйтесь Господу, поклоняйтесь, напрягается такая атмосфера. Почему Бог требует поклонения себе? Даже если бы не было ада и рая, тебя Христос не привлекает? Чем? Я не просил его умирать за меня. Это его было, какие-то его планы, понимаешь? Да, и что? Ну, я хочу жить, как я живу, понимаешь? Пожалуйста. Забери у тебя возможность согрешить, это не свобода. Это не свобода, согласен. Вот твои убеждения для меня большая сказка для человечества.